Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас прекрасная новость. Поступили две популярные акустические системы. Это Electronic Firebox 1000 2061 и Dancebox 1000 Electronic 2012. Обе модели очень популярные и по прекрасной цене. Все они до 20 тысяч рублей. Electronic Firebox 1020-61 на июнь месяц. И пока не закончится эта партия, по промокоду будет стоить 18 500 рублей. Промокод спрашивайте по номеру телефона, который всплывает на экране, Viber, WhatsApp и Telegram. Вышли промокод, проконсультируем и отправим. Доставка по России у нас бесплатная. Конкретно эти модели уже есть обзоры на канале. Dancebox была раньше 80 Вт, сейчас она пришла 100-ваттная. Обновили усилитель. Firebox 1020-61, ссылочку оставлю в описании. Теперь я вскрою коробки, осмотрим их визуально, взвесим и послушаем на одном и том же треке. А вы напишите, что вам больше понравилось по звуку и габаритам. Погнали! Друзья, я распаковал 2061 в комплекте, два радиомикрофона для караоке, пульт, зарядник, AUX и инструкция на русском языке. И Electronic 2012, тоже два радиомикрофона для караоке, пульт, зарядка, инструкция. Electronic 2061, 87 см высоту. Electronic 2012, 61 см высоту. Друзья, теперь давайте их пойдем и взвесим. Взвесим Electronic 2012. И она весит у нас 11 килограмм 200 грамм. И ставим на весы Electronic 2061. Она у нас весит 17 килограмм 700 грамм. Electronic 2012 у нас весит 11 килограмм 200 грамм. Electronic 2061 весит 17 700. Разница понятна. Ну а теперь я предлагаю ознакомиться с панелью управления. У нас стоят две акустические системы. Electronic 2012. Выключение подсветки, выключение акустической системы. Два проводных микрофона. AUX-вход, USB, microSD. Громкость микрофона, громкость колонки, пятиполосный эквалайзер. Эхо, прибавление, убавление, управление подсветкой, 10 режимов. Запись, репит, переключение треков, плей-пауза, она же клавиша ТВС. Мод переключения режимов колонки, Bluetooth AUX, FM, USB. Клавиша подключения Bluetooth, эквалайзер и усиление баса Мегабас. Electronic 2061. Выключение, включение колонки. Питание 220 вольт, питание 12 вольт, AUX-вход, USB, SD. Приоритет микрофон, гитарный, микрофонный вход. Антенна для радиомикрофонов, дилей, гитарная громкость, экстра-бас. Эхо, микрофон высокий, микрофон басы. Пятиполосный эквалайзер, также дисплей, управление подсветкой. Громкость микрофона, громкость колонки, смена режимов. Репит, запись, переключение треков, плей-пауза, она же клавиша ТВС. У каждой из этих колонок есть ТВС, и можно соединить две колонки между собой без проводов. Выглядит акустические системы сзади. Electronic 2012. Две ручки, сверху снизу, зарядка 220 вольт, информация о акустической системе и отсек под аккумулятор. Аккумулятор 7 ампер 12 вольт. Electronic 2061. Есть фазоинвертор. У Electronic 2012 тоже есть, но он спереди. Колесики для транспортировки и информация о акустической системе. Обе акустические системы по 100 Вт. Итак, друзья, мы их взвесили, ознакомились с панелью управления. Подытожим. 2061, два динамика по 10 дюймов. Твиттер управления сверху, аккумулятор 7 ампер 12 вольт, мощность 100 Вт. Electronic 2012, мощность 100 Вт, 2 динамика по 8 дюймов, есть твиттер, управление сверху, аккумулятор 7 ампер, 12 вольт. В целом, по характеристикам одинаковые, только тут динамика 2061 десятки, а там восьмерки. И 2061 еще можно зарядить от 12 вольт, а Electronic 2012, она компактнее. Она меньше, компактнее, легче. Мощность одинаковая.
Теперь я предлагаю их послушать и сравнить на одних и тех же треках. А вы послушайте в наушниках и напишите в комментариях, что вам больше по звуку понравилось. Так, друзья, мне сейчас похуже слышно. Пишем на основной микрофон. Сначала включим Electronic 2012, потом Electronic 2061. А где-то здесь в углу будет написано, какая из колонок звучит. Вот так вот все здорово, громко и круто звучало. Electronic 2012, Electronic 2061. Обязательно напишите в комментариях, что вам больше по звуку понравилось. Промокод на покупку спрашивайте по номеру телефона Viber, WhatsApp, Telegram, который всплывает на экране. Обязательно скину, проконсультирую. А также мы работаем оптом, цены по опту там же узнавайте. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока. Вау! Wow.